Ты говоришь слишком громкие слова для такого-то гнома. Так, Курт, я прошу тебя. Да ладно, Пенни, спокойно, я могу с этим разобраться. Я не гном. Я хоббит. Хоббит? Что, вялые нейроны твоего гиппокампа уже совсем не могут перевести кратковременную память в долговременную, а? Вот теперь ты начал меня бесить. Увидев свой отстраненный большой палец Homo habilis, сказал чу? Чу? Похоже, тут уже все ясно. Да? Так может мне прочистить головушку твою ясную? Позволь напомнить тебе, что несмотря на то, что я морально всегда с тобой, в случае физического столкновения я абсолютно бесполезен. Да не будет никакого столкновения. Я сомневаюсь, что он вообще может произнести это слово по буквам. СТОЛ... Мгновение.